Здравствуйте, это Клондайк Андроид. Я предлагаю вместе немножечко поиграть. Это игра, в которую можете играть на телефоне, на планшете, а также при помощи специальной программы на компьютере. Я напоминаю, или для тех, кто не знал, или для тех, кто забыл, или вообще, в принципе, у нас сейчас идет первый осенний марафон. И мы можем делать задания и получать призы. Сказать, что прям сильно достойные, ну, я бы так не сказала. Я была на третьем месте, сейчас на четвертом. Вы знаете, реально мне почему-то уже начинает такие надоедать. Еще 2 дня. Если в первом летнем или в летнем марафоне я заняла первое место, то тут мне, короче, я могу войти в тройку. Но что-то мне так уже, как говорится, немножко поднадоел этот марафон. Подарки я ожидала лучшего. Я сейчас этот подарок еще заберу с цветочечком и с изумрудиками. Почему? Потому что я вот активно собираю 150 изумрудов. Мне осталось 8 штук. Это вроде как немного, а с другой стороны собирать еще можно долго и нудно. Это как повезет. Я вот тут кораблик не отправляю. Надеюсь, мне 3 раза выпадал кораблик. Думала, сейчас опять будет кораблик. Ну, называется, не дождетесь. Сейчас быстро сделаю золото. И буду надеяться, что выпадет кораблик. Ну, там как повезет. Денег, как обычно, нету, но это не удивительно. Это нормально для этой игры. Деньги постоянно у меня уходят на животных. Так, мне надо посадить пшеницу, потому что сейчас коровы скажут до свидания. Куры у меня уже закончились, докупить я не могу, потому что если я куплю 2 курицы, я останусь вообще без денег на посадку. А это называется, так и печалька будет, нам это не надо. Поэтому садим пшеницу и надеемся, что она сейчас скоро вырастет. Ну, на самом-то деле, пшеница действительно растет быстренько, 1 минуточку и готово. Это другие растения растут долго, так что тут можно особо не переживать. Итак, я хотела выполнить вот это задание. Для этого мне надо энергия. Очень жалко, конечно, ее сейчас тратить будет, но ничего не поделаешь. Я запасалась, конечно, энергией, потому что у меня там нарисовался новый временный остров, поехав на который, я могу потратить только 7 дней, и он пропадет. Хотя и вдруг, в принципе, у нас такой остров один уже был, и он был самоокупляемый. Ой, хотела показать зеленое озеро. Мне, например, он очень понравился. Так что, что будет с этой шахтой? Я даже не догадываюсь. Ну, сейчас по плану у нас тут новый тоже остров. Я только поехала сегодня. Видите, еще никуда не дошла, ничего не это вот. Ой, 84. Ай-яй-яй-яй. Ничего я не трачу. Десять ударов я сейчас добью. Это не страшно, это не проблема. Тут собираем изумруды, а не тратим. Что-то вы напутали, скажу я вам. Так. Все, 15. Я пока лишнее делать не буду. Если что, покатаемся еще раз туда-сюда. Это не проблема. Так быстро прям загрузилось. Прям удивительно. 10. Что интересного не появилось там? Какие-нибудь коробочки там с подарочками? Мне? Ясно, не дождетесь. Ну, зато задание готово. Итак, тыковка, да? 50. Да ну. Я кораблик ждала. Кораблик. Интересно, если я травку возьму, следующий будет кораблик или опять не дождетесь? Что-то они мне никак не дадут то, что я хочу. У меня готовый кораблик стоит, только принять вот последнее и можно отправлять. А за кораблик дают 500 опыта. И это так и радует. Так, вы тут голодные. Сейчас я вас всех накормлю. Пшеница. Ой. Еще раз пшеница. А корм поставить тоже надо. 1, 2, 3. Сейчас наделаю много. Пусть себе едят. Так, ну что. Вот это я, кстати, тоже могу взять. А, раз это у меня не то. Я смогу это взять, когда тут соберу. Что мы ускорять не будем? А сколько вообще у меня ускорялок, если сделать по-быстрому? По-быстрому. 13. Да ну, мне ни на что не хватит. 4.
Это я смогу только один раз. Три, получается, сначала вырастить, а потом, короче, удобрить и еще вот тут сбоку собрать. Тогда хватит. Ладно, смотрим. 3.31. И вот зачем оно мне надо, кто знает. Раз, два. Сейчас возьму траву. Не, ну я все равно ж хочу уже на гонке тогда до этого подарка. Осталось-то чуть-чуть. Поэтому трава, трава, тебя берем. Тем более у меня сейчас есть возможность сделать мелкую траву. Так, 15 травы. У нас тут и травы почти нету. Нет, по 5 я брать не буду, нема. Нема такого желания. У нас еще 8 часов этот остров стоит. И там трава по 3. 15 травой по 3 это 90 энергии. Все такие немножко скромнее, правда? Обратите внимание, предыдущий остров, ну да, я не скажу, что я забрала прям все. Но почистила-то я его очень хорошо. Ну прям очень-очень. 3, 3, 3. 3. Я не то рубанула. Ай-яй-яй-яй-яй. Девушка, вы хоть смотрите, куда вам говорят нажимать. Рубите все подряд. Надо, не надо. Вот так вот взяла и потратила всю мою энергию. Кто ее просил? Не то рубанула. Ладно. Так это собрать. Сейчас посадим. Наверное, трубу надо посадить все-таки в этот раз. Ну да. Траву. Трава, в принципе, две монетки. Она дольше растет. Денег все равно нету, поэтому называется садим чего-нибудь. Так, тут у нас 3 минуты, тут у нас можно ни о чем. Никакой тебе экономии называется. Так, тут есть трава, показывайте. На 5 ударов не хочу. 5, 5, 5. И там уже нарубалась. 5, 5, да ну, ухожу я отсюда, опять туда, где по 3, еще 8 часов, а потом он пропадет. Вторая попытка травушку убрать. Не единой травички, да. О, я подарок нашла. Видите как. А думала, что забрала уже все. Нет, по 7 я не хочу. 3 хочу. Ай-яй-яй-яй-яй. И не хватает мне буквально 3 энергии. 3. Ладно. Никуда не пойду, уже одну травку уберу здесь. На 5. Поехали. Все. Уголек. 3 угля. Ага. Но один уголь я точно видела. Вот этот. Недоделанный до конца. Ну, еще 2 явно на новые острове. Да ну, почему же они такие жестокие? Я очень сильно хотела кораблик. Осталось-то чуть-чуть. 250. Фактически. Так, надо выбрать, чего бы я хотела на самом деле. Так, вас я покормила, вас я собрала. Денег, как всегда, нет. Да у меня и энергии-то уже покамись. Скажу я вам, не особо. Так, 3 секунды, я подожду. Раз, два. Сорок одна. На этом все. Так,
Ну, это мне точно сейчас не светит. Ну, 15 часов и 50 всего дают. Это вообще ни о чем. Это что у нас? Это что, две секвойи, что ли? И получи 130. А секвойи у нас это, простите, где? Это, наверное, на новом, да? Сейчас. Ну что, идемте искать секвойи. А сколько по времени? 2 часа. На старом я забрала вроде все. На всякий случай проверю. Нет, не видела я там деревьев. Причем никакого ни единого. Ну да. Ну, хотя если только может быть это здесь еще. Ну, я не думаю, что тут прям две секвойи. Ладно, идем сюда. Елки тут есть, елки-палки. Это две тоже вот есть, но до них еще попробую достучаться, называется. Ай! 7 дней успею. Поехали. Тем более я хотела уже, как говорится, с этим завязывать марафоном. Ух, ничего ж себе, а это под землей. Так, смотрим. Все цели и получите 5 изумрудов. А какие у нас цели? Восстановите далеко. Смолы далеко. Да что ж они все так поближе, дайте что-нибудь. Зажгите фонариков 5. Сольвите огненный цветок. Еще раз далеко. Найдите все фонарики. Так, а тут еще подарки. Видите, 3 изумруда. Курицы, коровы. 2 утепленные грядки. И какое-то здание с углем чищем. Кто его знает. Ой, так он такой здоровый прям. Интересно, это кусты или нет? Вот это ж кусты. Это коллекция. А это камни. А давайте рискнем. Ну не получится, так не получится. Ой, не так надо было рисковать. Надо было вот так сделать. О. А поскромнее камня нету? Не 82. У меня на домашнем есть камень. Один, по-моему, небольшой. Я его так надрубала, но это не точно. Так, который? 40, стоять. 53. А я не помню. 35. Ладно. Управляю я свой кораблик. Не дадут они мне кораблик до тех пор, пока он мне тут стоит. Следующее точно, наверное, не сделаю. 2, в принципе, есть йогурта. Ладно, 1, 2. И надо еще бутылек. 1, 2. Есть. Так. Сейчас
Пойду искать маленькие камни. То у меня получается, смотрите, 375. А мне уже как раз, если это задание сейчас сделаю, если мне впритык хватает, получается, получить следующий подарок. Во как. Есть к чему стремиться. Поехали искать маленькие камни. Да, конечно, сидит этим обновлением. Я хорошо уже почистила так этот остров. Кстати, тут можно было травку убирать. Ну, ладно, неважно, камушки. Ищем. Не надо мне ваш 40. Дайте поскромнее чего-нибудь. Там ну, все мешает. Камень же камень. Мне почему-то не засчитался. Так, идем там, где по 25. В таком случае, так, еще раз. Ладно. В общем, решила продать немножко золота и докупить немножко животных. Так. Ну, свинья, конечно, здорово, но она все деньги забирает. Ай-яй-яй. Одна свинья. Итого у меня две сейчас купленных. Так. Гуся, что ли? Ой, я уже не возьму гуся. Все, 500 монет, это на семена. До свидания. Называется. Так, когда у меня будет здесь энергия? О, есть. 29, это ни о чем. Что-то мне казалось, что у меня здесь откусанные есть. А я такие не права, нет ничего. Ладно. Поехали. Буду постепенно убирать тот большой камень, наверное. Хотя мне не очень-то и хотелось. Что-нибудь другое показали. 58. Если мы здесь станем. Все равно тут пись. О, 21. Там, где стоишь, там показывают. Всегда так. Вот уже 5. 21. Ну, 6 почти. Да сделаю. Все сделаю. Так, домой. Раз купила поросят, надо пользоваться. На чтоб корма хватило. Надо сейчас еще поставить им корма. Ха! Только сказала, главное, чтоб корма хватило. Так, раз, два. Поставила. Тут у нас раз, два. И вот так. Ладно, подожду. Доделаю потом. Все равно будет уже быстрее. Так, это я не хочу. Коровку взяли какую-то. А у них тоже корма не очень, да? Или такие есть? Три. Мне там буквально чуть-чуть. Ну, конечно, капелька. А когда тут будет? 38 минут. Тоже не скоро. Ну, в общем, я видео заканчиваю. Я, конечно, обязательно доделаю эти камни, потому что у меня на них есть еще целых 5 часов. А за 5 часов я все успею, и я получу этот чемоданчик. И на этом я думаю, что в принципе буду заканчивать этот осенний марафон. Он мне уже надоел. А мы с вами немножко поиграли. Видео заканчиваем. На этом всем пока-пока.